письмо Дмитрия Анатольевича Медведева. Разрешите, я его зачитаю. Поздравляю региональное отделение партии с победой Единой России на выборах в Тюменскую городскую думу. Итог голосования – это свидетельство доверия со стороны жителей города партии «Единая Россия» и результат эффективной работы ее регионального отделения, городского отделения по решению ежедневных проблем граждан и организации предвыборной кампании. Рассчитываю, что депутаты, представляющие «Единую Россию», приложат все усилия для развития экономического потенциала Тюмени и повышения качества жизни людей. Успехов и всего наилучшего, Дмитрий Анатольевич Медведев. Уважаемые коллеги, действительно высокая оценка нашей общей работы. Владимир Владимирович, на встрече с кандидатами, которая была на прошлой неделе, уже говорил о том, что это один из лучших результатов по России, когда мы говорим о выборах представительного органа власти, административных центров Российской Федерации. Поэтому, безусловно, это ваша заслуга, всех здесь сидящих, об этом я тоже говорил. Я бы хотел бы еще обязательно отметить роль в этой большой работе членов фракции «Единая Россия» Тюменской областной думы. Практически во всех 18 штабах были члены фракции, где-то не было, но в основном были, которые кто больше, кто меньше, но очень активно помогали проведению кампании. Я бы хотел отметить тоже, о чем не было сказано, работу городского и регионального исполкома в партии. Это была очень большая работа, люди не имели ни выходных, тем не менее, как бы то, что они сделали, результат заслуживает всяческого высокой оценки. Ну и, безусловно, не было сказано еще добрых слов, а заслуженные слова нашим членам штабов. У нас было 18 штабов, и я уже об этом говорил на конференции после выборов. Это была стратегическая линия, мы так и построили работу, когда в основном региональный штаб осуществлял общее руководство и больше уделял внимание первой тройке, а именно работу в округах осуществляли штабы. И там было тоже очень много людей задействовано, многие сидящие здесь. Вам огромное спасибо и начальникам штабов, и юристам, и многим другим, естественно, агитаторам. Все сработали по-разному. Мы знаем, кто как работал. И в будущем, надеюсь, тоже будем это учитывать и оценивать, кто как сработал. Выборы непростые были, сложные были выборы. Была борьба по всем направлениям, но результат, как я уже сказал, по оценке руководства партии, хороший. Жизнь идет дальше. У нас завтра региональная областная конференция. Будем обсуждать тоже ряд важных вопросов, включая кадровые вопросы. А затем надо вновь избранным кандидатом, будет членом фракции «Единая Россия», а вас 28 из 36, в среду собраться на первое координационное собрание. И начать формировать фракцию и руководящие органы. Потому что фракция, она тогда и фракция, она тогда и политическая сила, когда она монолитная, когда внутри фракции любые дискуссии приветствуются, но по окончанию фракции принимается решение, и оно уже выносится на городскую думу.